честь Дня народного единства праздничные мероприятия прошли по всей стране. В Усть-Майском Улусе также состоялось торжественное мероприятие. Елена Моисеева подробнее. День народного единства – это достаточно молодой праздник, но посвящено событию, произошедшему более 400 лет назад, период смутного времени. В этот день, в 1612 году, ополчение под предводительством Кузьми Минина и Дмитрия Пожарского одержали победу над польскими интервентами и освободило Москву. Прежде всего, это праздник наш общий, потому что благодаря этому празднику мы имеем возможность еще раз почувствовать, что мы вместе, что мы едины, еще раз почувствовать, насколько значимо для нас вот это вот интернационализм, что мы все-таки много разных национальностей проживаем на одной территории, но тем не менее все мы очень дружны, и я думаю, что это еще один повод вот это подчеркнуть. Мероприятие началось с торжественной части, где администрации поселка были вручены грамоты работникам предприятий. Далее активисты поселка обрадовали зрителей ярким концертом. Прошел замечательный концерт, замечательные, хорошие у нас артисты в поселке Усть-Майя, которые блещут своим творчеством. Очень приятно на них смотреть. Был у нас сегодня полный зал. Люди радуются, люди довольны, что у нас вот в такой благоприятной обстановке проходит этот замечательный праздник. Один из самых главных праздников нашей России. Только вместе мы можем быть сильным и великим народом. Вся наша история показывает это. Поэтому взаимное уважение и сохранение традиций жизненно необходимы для стабильности и целостности государства, для согласия и понимания в обществе, для нашего счастья и благополучия. Елена Моисеева, Тимур Канаев, НВК Саха, Усть-Майский Улус.